В Доме культуры «Олимп» чествуют победителей фестиваля профессионального мастерства компании «Газпром. Добыча. Ноябрьск». Два дня представители 11 специальностей газодобывающей отрасли доказывали свой профессионализм. Перед церемонией награждения участников и гостей поздравили генеральный директор компании Антон Джалябов и глава города Андрей Гаранин. Конкурсы такого рода, они, конечно, очень интересные. От обыденных трудовых будней они немножко отвлекают, дают возможность бодриться, чтобы у вас у всех горели глаза, это очень важно, потому что надо любить свой труд, свою работу. В очередной раз были непростые баталии, в очередной раз вы показывали свое умение, причем умение делать не просто четко свою работу, а работу и еще с соблюдением мер по охране труда, правил безопасности. Что тоже немаловажно и что тоже оценивалось при подведении итогов. Фестиваль профмастерства в Губкинском проходил два дня. В смотре-конкурсе соревновались более 130 человек из разных подразделений и промыслов компании. Конкурсные задания участники выполняли на производственных площадках Губкинского, Комсомольского и Западно-Таркосолинского газовых промыслов. Порядок участия определяли жеребьевкой. Станислав Иванов, оператор по исследованию скважин Западно-Таркосолинского газового промысла, выступал под номером один. По счастливой случайности молодой человек стал лучшим в своей профессии. По жеребьевке я чувствовал, что будет первое мое место. Участвовать придется мне первым. Не знаю, почему я даже за день до этого со своим геологом разговаривал, сказал: «Ренат, будет первым». Он говорит: «Будет тяжело». А на первое не рассчитывал. Вот. Я благодарен, что участвую в этом фестивале. Я познакомился с ребятами из других промыслов. Мы два дня просто взахлеб делились опытом по работе. Здорово. Вместе со Станиславом лучшими в своей профессии стали еще 10 человек. Среди них и Дмитрий Клюев, оператор по добыче нефти и газа Ингояхинского газопромыслового управления. Туда же поехал и переходящий кубок компании. Награду торжественно вручили начальнику Ингояхинского газопромыслового управления Андрею Пенягину. Всех призеров наградили дипломами и ценными подарками. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.